пришел в Орегон. Центра принял. Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Знакомого поселка на безымянной высоте. Светилась моя ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Нами мессеры кружили, их было видно словно днем. Но только крепче мы дружили под перекрестным огнем. И как бы трудно не бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Знакомого поселка на безымянной высоте. Не часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. Знакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Эта вера от пули меня
хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Приказом номер 20, памятной медалью в честь 70-летия Великой Победы, награждается Зенков Павел Геннадьевич. Yeah. Ну, трудовому народу. Виталий Геннадьевич. Спасибо. На поиски за дедов. Будем стараться. Да. Лучше будет. Зиганович Андрей Олегович. Отрядов Волосенко Александр Васильевич. Yeah. Жду трудового народа. И командир отряда Решетникова Жанна Владимировна. Yeah. Выйти из строя. Yeah. Награждаем и самой медалью. И подарок вам, вашему отряду для политинформации, газету 45-го года, ту самую победную. Thank you.
Thank you.